Почему один и тот же подарок может иметь на сайте разную цену? Что за махинации такие? Поди ценники по ночам втихаря переклеиваете. А вы представьте такую ситуацию. У нас есть два представителя в Колумбии и в Греции. И им нужно собрать один и тот же подарок. Только это ведь не значит, что его компоненты в обеих странах будут стоить одинаково. Страны разные, цены разные. Мы все закупаем в стране получателя. Так и продукты свежее, и доставка быстрее. А нам же с вами только того и надо. Нужно доставить подарки во много стран сразу? За этим giftbaskets.ru.